Я хочу спросить у молодежи, чего вы ожидаете от будущего? Есть ли у вас перспективы? Где вы будете жить и создавать семью, здесь или за границей? Найдете ли вы работу и сможете ли обеспечить себя и семью? При нынешней власти нет, нет, нет. Я хочу обратиться к деятелям искусства и науки. Неужели вы считаете, что мы живем в светском государстве? Неужели вы здесь себя можете реализовать в этой стране? Неужели Казахстан похож на демократическое общество? Почему вы молчите? Разве к этому мы стремились, когда выходили из Советского Союза? Разве такую страну независимую мы хотели построить? Разве такое будущее мы хотели для нашей страны, для наших детей? Поэтому, когда меня спрашивают, чего ты хочешь, я могу четко сказать, я хочу, чтобы Казахстан превратился в государство для людей. Хочу, чтобы мы жили как развитые страны мира, но на данном этапе хотя бы как в Чехии. Я хочу, чтобы мои дети не боялись произвола и насилия со стороны властей, чтобы в стране действовали одинаковые для всех законы. Мы все этого хотим, но многие боятся об этом даже думать. И когда мы говорим об общегражданском движении «Демократический выбор Казахстана», мы подразумеваем общенародную совместную работу по улучшению уровня жизни, нашей жизни, казахстанцев. Что нужно для этого? Для этого нужно просто сказать «нет режима». Вам пора уходить. Пришло время перемен.